первый день зимы во всех автоцентрах Volkswagen в Украине с нетерпением ожидали презентации абсолютно нового Volkswagen Golf 7-го поколения. В этот день автосалоны Riva Motors, что на проспекте Ватутина 2Б, и Triol Auto по проспекту Ленинскому 146А, что на выезде из Донецка в сторону Мариуполя, радушно принимали гостей. При этом Triol Auto превратился в настоящий музей одной модели. В салоне были представлены все 7 поколений легендарного автомобиля. Посетители имели уникальную возможность воочию проследить эволюцию Golf, а также провести тест-драйв новинки. Самый первый Golf появился в 1974 году и на конвейере продержался до 1983 года. То есть за 9 лет было выпущено 6 миллионов 720 тысяч экземпляров. И в 1983 году появляется Golf второго поколения, которого за 8 лет присутствия на конвейере было выпущено 6 миллионов 410 тысяч экземпляров. И в 1991 году появляется Golf 3. Третий Golf, как его окрестили в народе, стал началом эпохи безопасности. Уже тогда автомобили комплектовались фронтальными и боковыми подушками безопасности. Golf четвертого поколения выпускался с 1997 по 2003 год и был эталоном стиля и инженерии немецкой компании. Машины обзавелись системой курсовой устойчивости и коробкой-автомат с двойным сцеплением. С 2003 по 2008 стали годами выпуска пятого поколения модели. В это время появились первые бензиновые двигатели с турбонаддувом, а также стало доступно на модификации с технологией, которая позволяла уменьшить расход топлива. И до сегодняшнего дня почитатели марки ездили вот на этом гольфе шестого поколения. А всего было выпущено за всю историю этой модели 29 миллионов штук. И вот сегодня открылась новая страница в 38-летней истории модели Golf. Мы долго ждали появления этой модели у нас на Украине, у нас в салоне, не только мы. Наверное, все любители концерна, и тем более любители гольф-класса, гольфа-автомобиля. Ну и скажу вам, через 15 минут вот этот прекрасный автомобиль увидят все желающие его иметь. Мы вам представляем новый автомобиль, нового поколения, 7-го, бестселлер компании Volkswagen, который на допремьерном показе в Берлине очень большой фурор на публику произвел. Очень качественный автомобиль, технически инновационный. А инновационность модели в своем 7-м поколении достигла небывалых высот. Признанный бестселлер мирового рынка получил новую крайне экономичную линейку двигателей. Самый экономичный бензиновый мотор расходует всего 4,3 литра на 100 километров. Кроме того, силовые агрегаты оснащены электронной системой отключения двух цилиндров при незначительной нагрузке, помогая таким образом еще сэкономить до полулитра топлива на каждых 100 километрах пробега. Новый Golf оснащен адаптивным круиз-контролем, который, учитывая движение впереди идущих транспортных средств, следит за зарядностью и удерживает автомобиль на своей полосе движения. Также он умеет распознавать дорожные знаки. Эта машина для очень умных, для очень грамотных людей. Она действительно может выполнять функции сама. Например, удержание движения автомобиля по полосе – это очень классная функция. Специально пытался увести автомобиль в сторону, на обочину, бросал руль, автомобиль становился ровно на дорогу. В отличие от своего предшественника, новый Golf построен на новой модульной платформе, разработанной в недрах Volkswagen Group, благодаря которой удалось расширить колесную базу и тем самым увеличить пространство в салоне. Культовый хэтчбэк 7-го поколения получил не просто легкий рестайлинг, а стал конструктивно новым автомобилем, но все же остался верен дизайну и стилю Golf. Много функций и опций, которые показывают, что это очень умный, очень слаженный, очень надежный автомобиль, который приносит массу удовольствия водителю. Приятным сюрпризом для всех гостей стал розыгрыш долгосрочного на 6 месяцев тест-драйва нового Golf от импортера Volkswagen в Украине. Методом случайного выбора среди участников со всей Украины были определены 3 счастливчика. Поздравляем победителей! Уже совсем скоро и у наших тест-пилотов будет возможность получить полноценное удовольствие от его вождения, и мы будем рады поделиться с вами своими впечатлениями в одном из ближайших выпусков нашей программы. А те, кто терпеливо ждал появления этой новинки в автосалонах, уже сегодня могут стать счастливыми ее обладателями. Автомобили в продаже!